Всем огромнейший привет! Сегодня приправа клуб готовит салат Тиффани. И первое, что нам нужно сделать, это отварить куриную грудку и яйца. Натираем на мелкую терку сыр. Обжаренный миндаль измельчаем в измельчителе. Яйца очищаю, натираю на терке. Куриное филе уже остыло. Нарезаем мелкими кубиками. И обжариваем на растительном масле с приправой карри. Теперь выкладываем салат. Первый слой – это половина обжаренной курицы. Ее выкладываем на дно. Добавляем майонез. Орешки. Следующий слой – половина сыра, майонез, половина яйца, и повторяем все три слоя в той же последовательности. Курица, сыр, яйцо, и каждый из слоев промазываем майонезом, добавляем орешки. Виноградинки разрезаем напополам. Извлекаем косточки и укладываем сверху на салат. Украшаем веточкой зелени и желаем друг другу приятного аппетита!